Ламина вас всех приветствую, дорогие друзья, с вами Эл. Добро пожаловать в прохождение Киберпанк 2077. Ну что, есть тут еще фанаты Огнестрела? Ну, признавайтесь! Это я, фанат Огнестрела. Там что-то происходит, нам надо разузнать. Прям какая-то... Ну что, есть тусовка? Офигеть, тут целая туса. Слушайте все! Ганнер хоть... Здорово. Тебе чё надо? О, в смысле чё? Пушечку мне, на пожалуйста. На вечеринку пришел. Только по приглашениям. Для тех, у кого нутро звездно-полосатое. А ты уёбовый. А, офигенно. Чего сказал? Сказал уёбовый. Ща будет заваруха. Эй, Джо! Эй, Джо! А? Иди сюда. Тут пиздобол один заблудился. Покажу ему, где у нас выход. Короче, расклад такой. Ты говоришь, извините, дяденьки, и бежишь бегом. Да ты еле на ногах стоишь. А иначе я тебя уебу. Будешь на дне Дель Коронадо камушки считать. Вы извините, пожалуйста. Ща будет заваруха. Но мне придется испортить вам тусовку. Давай, бу. Я тебе покажу, как надо! Стой, вот... Блин, это тяжело. Придется испортить тусовку. Я думал, там бочка стоит. Оказалось, нет. Блин, тут укрытия нету нормально. Конечно, погибшие. Да блин, двустволка, крутое оружие. Ау. Больно же. Блин, надо как-то, знаете что? Я думаю, надо пока пособирать. Может, тут патроны будут. А я так тогда с вами порешаю. Вот так, по-другому. Другое дело. Я устал, походу. Да ты че делаешь? Бля, они еще стреляют. Это странное оружие у него. Сделай что-нибудь, хоть что-то! Ой, это вообще летает. Чё с тобой? Почему он в воздухе? Почему он летает в воздухе? А, крутое какое-то оружие мы нашли. Не зря мы сюда пришли. Патронов мало. Надо побольше патронов. Мне нравятся такие маленькие задания. Они довольно-таки прикольные. Так, где у тебя там что валялось? Дай-ка, пожалуйста, мне это. Это что такое? Офигеть. Почему он урон получил? Ну разве не умер? Офигеть. Какое-то новое оружие. Ну-ка, сверху. Может быть, тут что-то еще скрыто от нас. Здорово. Ты не из этих? Не из той банды?
Видимо, не из той. Прикольно, зашли на тусу. Что это за оружие мы нашли? Прямо оно же было легендарное. А реально, а где оно? Я разве... Ну-ка. Ну-ка вернемся. Мне что-то не верится, то, что я это оружие не подобрал. Хотя я его взял. Оно же здесь вот лежало. Чего? Ви, я узнала, что значит «Эбуники». Забросила удочку нескольким старым друзьям. Один из них был знаком с Грейсоном. Он поспрашивал своих. Выяснил интересную вещь. Это часть порта, территория Мальстрёма. В смысле, ты нашла Грейсона? Он правда связан со Смешером? Зайди ко мне в посмертие, обсудим. Окей. Ну, пойдем. Посмертие, значит, нам. Журнал. Второстепенный взрывной характер. А может, к Азобу сходим? Это же прикольный чувак. По-моему, это Азоб, это именно тот, кто нам нужен. Так, журнал. Отслеживать. И где? Офигеть, столько заданий, столько киберпсихов. И вот еще новая локация. Встретиться с Панам можно. Реинкарнация, Деламейн, кровь. Офигеть. Да почему я не могу выделить это задание в журнал? Королева Тастрат. Отслеживать. А, позвонить Азобу. А у нас есть контакт? Есть. Азоб? Это Ви. Мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Мне нужен водитель. Ну так вызови такси. Не, такси имеет привычку сматываться, как только станет жарко. Короче, я человек прямой, так что давай сразу к делу. А давай. Круче тебя. В городе никого нет, а я люблю работать с самыми лучшими и готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься на месте. Ну так что? Справишься? Или все, что про тебя рассказывают, вранье? А, на понт берет, да? Ну ладно. Ладно, я в деле. Так двигай в Джапантал. Прямо ко входу на рынок. Посигналь пару раз, и я приду. До встречи. Джапантаун. Если это он, значит это он. Нам на машине, наверное, надо подкатить будет. А припарковаться, да, да. Ой, извиняюсь. Не туда заехал. Можно вид сменить? Вот так, хотя бы. А как сигналить? Да стой ты на месте. Как сигналить? А, вот. Да, это он. Это чувак с гранатой в носу. Эй, ты Ви, да? Ох ты ж, бля. Ты не ответил на вопрос. А, у тебя что-то на лице. Это граната. И как она туда попала? А, случайно прилетела? Невежливо задавать личные вопросы, прежде чем представишься. Ты же Ви, да? Да, это я.
Отлично. Поехали. Куда едем? В маленький Китай. Хочу поесть курицы гунбао. Поострее. Какой-то странный. Зачем он гранату себе в нос засунул? Вместо носа. Любит поострее острые ощущения? Не мешает? Что? Граната. Ну, которая у тебя на лице. Я уже привык. Тут главное не выдернуть чеку, когда в носу ковыряешь. Ну да, это достаточно веский аргумент. А если случайно пуля прилетит туда? Красиво тут. Прямо так похорошело. Ты сам откуда? Да, блин. Из Бразилии. Это в Южной. Я знаю, где Бразилия. Ха, уж чего от вас, гринго, не ожидаешь. Найди работу и не пугай дорогу. Найди, говорит, работу. Да что вы все так стоите неудобно? Блин, мы не по той дороге поехали, да? Знаешь таких? Конечно. Есть среди них друзья? Нет, а что? Просто спрашиваю. Как управлять этой машиной? Почему они все такие неповоротливые? Месте. Жди меня здесь и не глуши мотор. Мы приехали за едой на вынос? Можно и так сказать. Ну, сейчас пойдет кого-нибудь грабанет, да? Очень на это похоже. Где он? Сейчас устроят заварушку. Он же тоже в какой-то банде состоит. Типа банда клоунов или что-то такое. С перестрелки. Гони, гони, гони! Да. Я был прав. Это что сейчас было-то? У тебя что, может, и в жопе граната? Я прошел время, дурь убавится! Я вам сейчас наваляю! Что это было? Ха! Ну что, неплохо, а? Ну что, объяснишь? Было бы гораздо лучше, если бы ты предварительно ввел меня в курс дела. Выходит, не наврали. Ты и правда крутой. Конечно. Заебись, какой крутой. Вот только с юмором беда. Ладно, на этом наши пути расходятся. Удачи тебе, Ви. И ты это, расслабься, а? Ну, может, скажешь, откуда граната? Как-то с братом подрались, он мне нос отхватил. Плоскогубцами. Нормально. Да, милая семейка. Даже не представляешь. Ну и вот, я мог обычный нос поставить, но решил подчеркнуть свой стиль. Ну-ну. И с девчонками удобно знакомиться. Извините, что сую нос, но вы просто бомбическая. Ну и как? Ведутся? Нет. Не особо. А как же мой гонорар? А что гонорар? На вот, держи. Как я и говорил, труд профи хорошо оплачивается. Нормально. Ладно, береги себя. И это, нос держи по ветру. У тебя-то носа нет. Ха! Это крайне странно. Крайне странное задание. Я вижу карту Таро. Мне как-нибудь туда попасть, забрать ее? Она прям закрыта. Ой, странное задание. Что-то приехали, ничего не сделали и уехали. Кайф. Так, давайте по карте посмотрим. Мы находимся сейчас... Где? Вот мы.
У нас есть какое-то второстепенное задание, которое мы можем выполнить. Это довольно-таки весело. Выполнять эти задания. А, это вот. Вампиры! Чё орёшь? Их тела никогда не стареют. Глаза у них мертвые и холодные. Корпорация Ширма, благодаря которой они могут и дальше тайно жить, как бессмертные кадавры. Истинно говорю вам, Сабура не покинул наш мир. Он спокойно отдыхает в фамильной гробнице. Он питается кровью слуг. Эй, слушай, Сабура точно мертв. Уж мне ты можешь поверить. Ты что, видел его смерть? Да. Собственными глазами? Как раз таки да. Ну, короче, там так вышло. Нет, не видел. А, вот, то-то же. Вы спросите, как обычные смертные могут стать чудовищами, смерть попирающими. А все благодаря помощи техно-некромантов с Альфы Центавра. Именно их проклятую кровь пил Сабура Арасака, чтобы превратиться в адское отродье. Гэри, не раскрывай тайны Арасаки. Они тебя найдут. И пусть. Я сажаю семена правды. Она взрастет и избавит нас от мертвой хватки этих паразитов. Ты чё курил? Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам. Твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой людям глаза на правду. Это чисто по приколу. Благодарю тебя. Я сразу понял, что твоя душа не слепа, и ты можешь узреть истину. Чисто за молчание заплатил. Если вы будете и дальше отрицать их существование, значит, они победили! Это все стоит, там что-то делают непонятно. Все, что? Что надо еще от меня? Истина сокрыта в радиоволнах. Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да узрит. Их невидимый звездный корабль. Чё еще надо? А, ты это все? Понятно. Значит, поедем к бестии. Завис прямо на... Не понял я прикола, это задание, типа мы просто 100 баксов отдали и все. Просто так подарили деньги. Ну, значит, поедем к бестии. Опа. Пропустишь? Какие люди без охраны? А мне охрана не нужна. Я сам себе охрана. Здорово. Она опять достала не всю инфу. Сука! Ви, ну это знаем мы, сколько у них оружия. Он нам помогает. Да хуя! А толку-то, если здорово. Непонятно, сколько здорово. Их сидит в этом пункте. Открыли охоту на Смешера. Готов? По дороге поговорим. Да. Хорошо. Ты-то поедешь с нами? Нет, я свое дело сделаю. Короче, не верю, что ты не хочешь посмотреть на глупого Смешера. Хочу, конечно. Только не вблизи. А то ты понимаешь, эта сволочь любит воскресать из мертвых. Ага. Настоящая сволочь всегда найдет способ. Поехали. А вот и Джонни. Удачи там. Ну что, идем? Смешера валить? Это музяка. По-моему, концовка этой игры как раз-таки завязана на том, что мы должны этого Смешера убивать.
Может, это такая небольшая предыстория? Зачем тебе там помог? Он выяснял, застанем мы Грейсона дома или нет. То есть мы знаем, где его искать. Получается, что так? Прям побежала? Сюда? Или я за руль? У меня для тебя подарочек. О, курточка. А ну-ка, примерь. Самурай. Это куртка Джонни? Ты точно нас не перепутаешь, если я ее надену? Абсолютно точно. Расслабься. Копия. Сшита по заказу. Его куртка, наверное, уже давно рассыпалась в пыль. Спасибо. Прикольно. Залезай. Она его до сих пор любит, да? Ну, хоть выглядишь теперь прилично. Ну-ка, надо посмотреть, как мы выглядим. О, это же та куртка, которую везде так... Ну, по сути, 85 брони только дает. Гоночный комбез есть. Не, прикольная курточка. Я ничего не говорю. Курточка хорошая. Огонь. Джонни говорил обо мне? Вы же с ним все время болтаете. А, да. Говорил, что ты лучше всех. До сих пор. Лучше всех? Сколько же за это пришлось заплатить? Странно, что вы со Смешером не пересеклись раньше. Я о нем слышала. Время от времени. И ты не пробовала его выследить? Вот что, Ви. То, что Джонни вернулся, многое изменило. Окей, ясно. Хорошо тебя понимаю. Ты точно вписываешься? Думаешь, без меня будет лучше? Нет, просто не хочу, чтобы Джонни тобой манипулировал. Это же он одержим Смешером, а не ты. Правда? Я просто пытаюсь играть честно. Что ж, потом обсудим, наверное. Да, если мы поехали выслеживать Смешера... Это кошмар. Дальше пойдем пешком. Может, нам повезет. Уберем и Грейсона, и Смешера за одну ходку. Эта мразь должна быть где-то здесь. И какой у нас план? Уайланд видел Грейсона где-то рядом с портом. С ним был еще кто-то. Смешер. Надеюсь. Надо добраться до терминала мальстрёмовцев. Там должны быть данные о Смешере. Нам туда. На главный склад. Мы его точно сможем победить? Бестия, откуда ты можешь знать, где у Мальстрёма тут терминал? Я сама делала закупку. Это Афина D3, внешняя база данных. Не знал, что ты работала на Мальстрём. Я работаю на всех, только на своих условиях. А я многое пропустил за эти 50 лет. Ладно, давай начинать. Готов? Слишком много крутится всякой швали. Лучше подождать, пока стемнеет. Может, дождемся Смешера или Грейсона? Я бы не надеялась. Только идиоты будут расхаживать тут среди бела дня. Окей, можно начинать. Погнали. Смешер нас просто в порошок сотрет. Мальстрём охраняет доки. Будешь меня прикрывать. Давай, пошли. Она психует. Прикрывай ее на всякий случай. Да, конечно. Есть идея. Выжди немного и иди за мной. А сейчас мы их... План капкан. А, прям туда. Прям наверх. Можешь открыть? Ну-ка. Теперь осторожней. Ну, мы идем за ней. Видишь их?
Надо по-тихому подобраться к терминалу. Как же я не люблю по-тихому? Это очень нудно. Так, мне нужна какая-нибудь информация. Порвать цепь. А что это мне даст? Мне запрос, пожалуйста, дайте. Кто у нас тут гуляет? Обалдеть. Так их много. Это было совсем не шумно, да? Наш сегодняшний выпуск мы начнем с хорошего. В следующем году мы чуть не поймали. Мы вылезаем. Окей. Значит, пойдем на пролом. Нам сейчас на главный склад Мальстрёма. А, чё, я спалился, что ли? Может, найдем что-то про Смешера? Я спалился, да? Так они вроде меня ж не запалили. Нет же, вот никого нет. О чем ты? Снайпер. Да, да. Я заменила, что могла. Да. Пока работали. А, вот теперь да. Я сама прикончу. Вот теперь я, да, спалился. Обалдеть. Быстро! Пока этот парень перезаряжает! А, замыкание. Я одним замыканием могу убивать, да? А что я могу с ним сделать? Массовую уязвимость могу сделать. Так, 1С, БД, 55. Массовая уязвимость? 55. Так, бестия, это главное, не умирает сама. Охренеть. Это заваруха. У тебя оптику замкнуло или что? Целься давай! Да целюсь. Вот так! Отлично! Я так, потихонечку. Можно запрос? Где еще? Иди ко мне, сынок! Иду. Сынок идет. Бегом, бегом! Слушай, это было круто! И не говори. Твою мать! Сдохни! Вот это здорово. А где еще? Все. Мы победили. Ну типа. Типа победили. Так, я вижу. А, еще кто-то там есть. Так, ну раз там кто-то есть, значит надо с ними разобраться. А, я не могу обратно. Да ладно. Вот это другое дело. Все? Хороший был бой. Ну, мы зашли по тихой. Ну, спасибо. Горит, ты не настолько бесполезный, как мог быть, да? Всех просто разорвало. Столько полезных деталей.
Внутри никого. Даже более весело, наверное, играть именно от вот этих вот всех заварух. Отлично, добрались. Просканируй, вдруг найдешь там что-нибудь полезное. Послежу за дверью. Не, она и так знает, где его искать. Тянет время. Говорю же, она до сих пор боится этого уёбка. Да, конечно. Как его не бояться-то? Файлы, партии, сообщения. Видимо, они где-то на корабле. Осталось только это проверить. Сейчас направо. Какое право? Какое право? А, сюда? Это право. Вот и он. Эбуни. Выглядит не очень. Внутри будет еще. Сейчас. У меня есть не дробовик. Не верится, что Смышер устроил тут логово. А ты думал, он повесит? Нужно обыскать палубу. Окей. Зачем ты вообще согласилась? А там кто-то есть. Хочу свести счет. Отомстить за Джонни? Это. О, интересно. Ясно, кто грабанул Кантау в прошлом месяце. Качественная работа. Ты уверена, что это тот самый груз? 679275PN1H. Я послала три группы, чтобы найти его для китайцев. Весь город его искал. Хорошо работает, сволочь. Класс. Охуительная история. Давайте этому... уже найдем и прикончим злодея. Лишь бы заварушку устроить. Бля, ты это слышишь? Ча? Грейсон, да. Какой Грейсон? Этот говноед палит в меня из моего пистолета. Малориан 3516. А, это его пистолет? Это его пистолет. Пистолет Джонни. Когда мы закончим, хоронить будет нечего. Так, крутяк. Хватай пушку. А можно его пистолет? О, да. Это, кажется, не твое. Это Грейс. Пушка Джонни. Привет, бестия. Крутяк. Мы, получается, играем теперь за разные команды. Это точно его пушка. Но не то, чтобы я удивлялся. Ты у нас любишь загонять нож в спину своим вчерашним союзникам. Где Смешер? Начинай отвечать на вопросы. Иначе? Рана выглядит хреново. И я не вижу никого, кто бы рвался тебе помочь. Да я готов говорить. Ты никогда не думал, как бестия пережила это нападение на башне? И почему никого не отправили ее выслеживать? Только ее из всей вонючей Атлантиды. Настоящая загадка. Чем же она поступилась, чтобы потом так удобно устроиться? Кого она предала? Чью жопу ей пришлось вылизать ради... Сейчас еще бах! В голову. Что он хочет сказать? Он пытается тебя отвлечь. Думает, у него есть шанс выкрутиться. Когда я его застрелю, да и все. Где сейчас Смешер? С семьей Арасака. Я думал, ты уже знаешь. Когда он сюда вернется? Никогда. Адама только что назначили. Аж начальником службы безопасности. О. Ему эта дыра в херню сралась. Я остался тут только что закончить его дела. Сука. Представляю, как это обидно. Смешера вам теперь не достать. Как высоко не прыгайте. Но вы не расстраивайтесь. Он сам вас найдет. Он любит отдавать такие долги. Лично. Ты отведешь нас к Смешеру, урод. А, вот ты отведешь, даже конечно. Если бы я захотел. Он не настолько мне доверяет. Эй, слушай. А чем тебе так интересен Смешер? Ничем. Мне интересен Сильверхенд. И то, что с ним случилось. Джонни Сильверхенд? А что ты хочешь знать? Ну-ка. У тебя была пушка Сильверхенда. А ты...
тоже фанат? Смешер тебе ее отдал? Я близкий родственник. Ага. Награда за выполнение особого поручения. Смешер тебе не говорил, где тело Сильверхенда? А ты что, фанат? Эксгумировать будешь эту падаль? Или тебе просто рассказать, как он подыхал в луже мочи, когда его выжигали душегубом? Что они с ним сделали? Закопали рядом с месторождениями. В пустошах по трассе 101 на север. Потом на свалку. Если хорошо пороешься, может, выкопаешь из говна серебряную руку. Все, хватит. Добивай. Ви, давай закругляться. Меня уже тошнит смотреть на его рожу. Стой, но подожди. Это? Я вспомнил насчет Сильверхенда. Ты типа поклонник, да? У меня есть кое-что. Он заслуживает смерти. Убить его? Да! В смысле, делай, как считаешь нужным. Смешеру досталось кое-что от Джонни. Блин, я бы хотел посмотреть, что там... Могу отдать тебе. Только отпусти меня. Ну? Откуда у Смешера оказались вещи Джонни? Он говорил, что Сабура Арасака приказал ему избавиться от тела и всякого барахла. Адам продал все, кроме Малориана и этого. Так ты скажи, что ты сперва хочешь отдать мне? За что я тебе должен? Нет, это... Нет, тебе ничего не это надо. Это пешка. Молодец. Одной мразью меньше. Нельзя, нельзя Бетуин. Его оставлять. Он же потом Смешеру все расскажет. Ну и зачем все это было? Мы ничего не нашли, никаких зацепок. Черт, Ви, ну скажи ей. Ну, кое-что мы узнали. Ага, что они бросили тело Джонни на свалку, как мусор. Смешер... Блять! Заткнись! Смешер тут ни при чем! Он просто верхушка гребаного айсберга! Даже если мы его прикончим, что это изменит? Месть, месть. И только лишь месть. Мне пора. Ну, давай. Пускай идет, Ви. Она успокоится. Просто в такие моменты ей хочется побыть одной. Окей. Понимаю. Поехали на эти месторождения. Хочу посмотреть, на что это похоже. Хочешь посмотреть на свой труп? Это очень интересно будет. Зато у нас есть теперь пушка Джонни. Надо бы ее испытать в деле. Как она себя покажет. А, тут еще какие-то передачи. Это жестко, конечно. А как забраться-то? А, вот так. Не нравится, как он оружием управляется. Так, нам, пожалуйста, Арч Джеки. Ты далековато встал. Посмотрим, на что похоже захоронение Джонни. Блин. Покатался. Я вообще не заметил. Так, еще раз, пожалуйста, транспорт. Давай. Ну-ка, как ты остановишься? А, он. Нормально. В прошлый раз чуть сальтуху не крутанул.
Ну-ка, надо посмотреть, что за пушка все-таки. Да, Малорин RMS-3516. Выпускает снаряды, которые рикошетят от поверхности. Термический урон, коэффициент зарядов и коэффициент урона при попадании в голову. 150% аж. Это прям сильно. Что еще мы нашли? Мы нашли... Ничего интересного не нашли. Мне бы какое-нибудь энергетическое оружие бы найти еще дополнительно. Было бы круто с него пострелять. Почти и на месте. Блин, неужели мы все-таки найдем? Охота же им было тащить мой трупак в такую даль. Меня вообще выкинули на свалку. Так вот оно как. Здесь вообще ничего нет. Просто закопали. А чего ты ждал? Что тебе памятник поставят и цветами засыплют? Да нет. Не знаю. Знака. Хотя бы чего-нибудь. Тебе правда нужны эти бессмысленные знаки? Видимо, да. Я думал, я почувствую, что кончился какой-то этап. Что я попрощаюсь с прежним Джонни и начну все сначала. А что ты чувствуешь сейчас? Словно меня никогда и не было. Или словно я опять сижу в Микоши. Сейчас мы это исправим. Не видно нифига. Так лучше? Немного. А если бы ты реально была моя могила, что бы ты написал? Здесь лежит Джонни Сильверхенд. Типа, ну ты террорист и сволочь. Непокорный рокер, который не сдался. Даже после смерти. Спасибо. Только что с того, что не сдался? Чего я достиг, сражаясь с Арасакой? Столько людей погибло, а эти ублюдки по-прежнему короли. Да что на тебя нашло? Ты перестал считать себя самым охуенным на планете? Я тебя не узнаю. Может, я устал притворяться? Слушай, я понимаю, что проебался по всем фронтам. Я разочаровал или обманул всех, кто мне верил. Запомнился всем, как бесчувственный, эгоистичный мудак. Но кое-что мне все-таки удалось. Мне удалось не проебать то, что нас связывает. Это был долгий путь, но мы вроде справились. Большинство тех, кого я считал друзьями, даже в одной комнате со мной с трудом могли находиться. Ты оказался моим самым близким человеком, Ви. Мы же круглые сутки вместе. И несмотря на это, я почему-то не вызываю в тебе ненависти. Сначала ты был абсолютным мудаком. И ты этого заслуживал. За что? Помнишь, ты проснулся у Виктора, когда еще не знал обо мне? У меня глюки, я боюсь. А потом еще плакался Мисти, что не хочешь умирать. Помню, как ты среди ночи умолял, чтобы я покурил. И жаловался, что не можешь меня убить. Я и не знал, как далеко все зайдет. Ты до сих пор чувствуешь, что задыхаешься? Нет. Не скажу, что стало лучше, просто по-другому. Иногда, когда я просыпаюсь,
Мне кажется, что я вернулся. Как это вернулся? Ну, что тело теперь мое насовсем, что я свободен. Но через секунду накатывает чувство утраты, будто я потерял что-то важное. Потом я понимаю, что ты здесь, никуда не исчезал, и сразу чувствую какое-то глупое облегчение. Когда ты говорил, что подвел друзей, ты имел в виду Бестию? Бестию, Альт, Керри, Сантьяго. Думаю, с Бестией еще не все потеряно. Я не могу общаться с ней, делая вид, будто за эти 50 лет ничего не изменилось. Она ушла совсем расстроенная. Мне кажется, мы должны что-то сделать. Может, ты и прав. Она вела себя странно. Ты должен с ней поговорить. Вообще-то я обещал сводить ее в кино когда-то очень давно. Хорошая мысль. Позвони ей. Спроси, когда у нее свободный вечер. Только это значит, что ты должен опять передать мне контроль. Да. Я ей позвоню. Главное, чтобы она опять ничего спасибо. Не учудил, как в тот раз мы контроль отсюда. Дали. Все равно тут не на что смотреть. Но приехать сюда все же стоило. Определенно. Спасибо, Ви. Я рад, что среди стольких голов мне повезло попасть именно в твою. Вот такая вот могила Джонни Сильверхенда, да? Достаточно интересно, если посмотреть на это. Ну что ж, дорогие друзья, всем спасибо, что вы были со мной. Надеюсь, вам ролик очень понравился. Так что ставьте лайки, пишите комментарии, зовите своих друзей и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики. Всех обнял, удачи и до новых встреч. Пока-пока.